Если либертарианцы захватили власть в текущей ситуации, следует ли сразу отменять цензуру? Если отменить, то олигархи и чинуши скупят медиакиллеров и настроят народ против ваших реформ. Если не вводить, не будет традиции свободы слова для будущих поколений. В России сейчас нет права, в России нет конституции. И до момента написания конституции Россия де-факто будет находиться на... Она, во-первых, уже находится на полувоенном положении и достанется в руки следующему поколению политиков с тем комплексом законов и с тем комплексом проблем, которые ее испещряют сегодня. И любой либертарианец, любой политик, который придет к власти завтра, он будет подчинен этим правилам, он будет подчинен этой реальности. И в рамках этой реальности существует целый спектр разных путей развития событий. Поэтому для того, чтобы построить традицию свободы слова, для начала нужно, чтобы в России появилась конституция. Для начала нужно, чтобы в России появилось право. И только с этого момента, с момента появления в России права, можно начать гарантировать свободу слова. Не потому, что мы ее хотим запретить, а потому, что ее сегодня в России нет. Нам достанется Россия без свободы слова. И единственным способом ее защитить, единственным способом создать традиции свободы слова, это создать традицию права, которая защищает эту свободу слова. То есть невозможно поставить телегу впереди лошади, невозможно поставить свободу слова впереди появления права, которое эту свободу слова защищает. Поэтому первым вопросом, которым должны заниматься либертарианцы, придя к власти, кто угодно, это построением права, правового общества, в рамках которого должна гарантироваться свобода слова.